удовольствие, очень хочется его переварить. А, очень грустное и очень светлое. С этим я пошла дальше. Поскольку это единственное место, куда я хожу в кино, пожалуйста, еще 105, чтобы на мою жизнь хватило. Все самое лучшее я смотрю, то есть все я смотрю здесь, а здесь самое лучшее. Спасибо, кинотеатр «Пионер». От кинотеатра «Пионер» потрясающее впечатление. Работа мощная, очень-очень интересная. Как ее обозначить, я не знаю как. Просто очень здорово. Ну, помимо того, что мощно, а грустно. Да, я поздравляю кинотеатр «Пионер» от души. Спасибо, что, по-видимому, это единственный кинотеатр, куда мы ходим регулярно. Ну, прекрасно. Я думаю, что это такое все... Это такое все живое. Вот в чем дело. И это живые люди, это портреты. Это... Я думаю, что это очень удивительно, потому что... Такой неигровой фильм, он прям в то же время игровой, это все непонятно вообще, как сделано. Вот это мне несколько напомнило фильм Виктора Косаковского «Беловы», хотя там чуть по-другому это все сделано. Но всегда это, ты думаешь, как это все сделано, это удивительно. Потому что снять живого человека, это вообще очень большая такая задача и штука. Думаю, что так. Мне понравился новый фильм Кончаловского. Я вот ждал какого-то такого кино, его очень давно не было, и совершенно естественно, что именно он это снял, потому что у него есть, ну, как бы, эта традиция, он когда-то снимал «Усюклячину», он чувствует этот мир, этих людей, то, что он туда вернулся, это очень естественная, нормальная история. Вот, фильм вроде бы медленный, а смотрится легко, на одном дыхании, с прекрасным героем, вот, и удивительно, как там играют непрофессиональные артисты. Действительно удивительно. Они очень живые, органичные, естественные. При этом делают то, что нужно по истории, по сюжету, по сценарию. Это его отдельный талант, умение работать с такими людьми. Мне кажется, что это совершенно уникальное место, потому что здесь как бы кинотеатр, но на самом деле мы понимаем, да, что это какой-то, ну, клуб. Зал сам очень маленький, в котором мы сейчас были, но все это притягивает людей, потому что здесь бывают необычные события, необычные фильмы, необычные встречи. У меня у самого здесь была очень запоминающаяся история, потому что здесь показывали первую серию фильма «Оттепель мою», что было довольно неожиданно, потому что сериал не показывают обычно в залах. Вот. А Эрнст в свое время это придумал, и мне кажется, это прижилось, сейчас уже начали это делать. Вот, поэтому мне всегда интересно, потому что когда меня сюда зовут, я понимаю, что я что-нибудь увижу. Ну, в прошлый раз я смотрел здесь Финчера. Я получу здесь что-то такое, что не совсем массовое и не всегда доступно. Поздравляю с 5-летием «Пионер».